Какая еще? Нетранер Арасаки. Она взяла под контроль все сети. Надо от нее избавиться, иначе у нас не получится перехватить платформу. Она прячется в недостроенном доме, недалеко от позиции второго снайпера. Хорошо, иду к ней. Дело. Давай, я ее отвлек. Отключи ее. Хватит работать, пора отдохнуть. Блядь! Вот он! Как же без вас-то? Следи за дистанцией. Берегись его плеча. Он рассечет тебя, как рыбу. Ты не оставляешь мне выбора. Осторожно, он активирует камуфляж.
Скажи статус. Я... У меня получилось. Ода, он... Мне жаль, Ода. Нет. Вы не оставили мне выбора. Ты мог этого не делать. Он поступил бы со мной так же. Вы же видели? Я этого не забуду. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Так, все получилось. Я в системе. Ханако внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. なぜ止まったんだ。危険だと警告されたの。織田とも連絡が取れないし、何か変だわ。パレードを中止すれば弱そうな亭主だと思われる。弱さ？誰の？あなたの。俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この店も抜いては、みんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。 だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。ゴロ、 система заблочена. Можем начинать. Отоу-сама. Ханако-сама. Анатава. Оирушио. Дока, ханаши даке дому окик кудасай. Саборо-сама ва. Чичи но кото о кучи ни шинай. Доре га оре ни декиро сайго но гохоши нано десу. Саборо-сама но ши ни цуйте хинжицу окасу кото га. Ханако-сама, буре я хатараки тока римасен. Шикаши. Ви! Беги! Блядь, блядь! Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но был в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его везде. Ноги в руки и сваливаем от тебя. Не задавай лишних вопросов, Чумба. Дольше проживешь. Да, я понял. Я ничего не спрашиваю. О чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. Чуть не затоптали. Кажется... Как я выгляжу? Пора выходить в эфир.
Заходи, только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханако Арасаку и предложили ей, блядь, чай? Да. Она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Ханоко-сама, коригары нуди бутсудес. Долго ханачо кейта агета кутасай. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Что, вам настолько похуй на мои слова? Ханако-сама, прошу простить его. А вы вообще молчите! Мне надо было говорить как есть, вот я и говорю как есть. Да, хорошо, я просто уличный вор, но тут такое дело. Я украл у вас сраный биочип. Вставил в голову, получил пулю и умер. Ты умер? Да, теперь у меня в голове Джонни, мать его, Сильверхенд, и я сделаю все, чтобы от него избавиться. Так что мне абсолютно нечего терять. А вам есть. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Ты слышал? Иди проверь. У меня очень плохое предчувствие. Съебаться. Это Кимура. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Пригнись и смотри в оба, а не в коридоре.
Падать в обморок, ты меня слышишь? Нам надо срочно валить из города. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет. Под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно. Кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ебаного ничего? Я скажу тебе, кто тут ночует. Сраные неудачники, вот кто. Ишь, как роли поменялись. Джонни, твою теперь мать! Теперь нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Мне не усралось закончить, как Такэмура. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять. Только один? Палец на спуске, Ви. Наконец-то. Фу, блядь. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется.
что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Как вы меня нашли? Ты думал, что уехать из города будет достаточно. Так ему рассказал мне, что поставил на тебя трекер. Но это не так важно. Если Арасака хочет кого-то найти, она его находит. Фарфоровая сука. Жаль, что вы мне тогда не поверили. Может, Гора был бы все еще жив. Когда упоминаешь его, не забывай, что мы сейчас разговариваем только благодаря ему. Так что прояви уважение. Хорошо. Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты – живое доказательство его преступления. Так что, ты так и будешь сидеть и мол... Будете мне условия ставить? По-моему, вы сейчас не в том положении. А что, если тебе все же придется сотрудничать? Для этого придется послать толпу кукол. Вы говорите через эту, потому что вы одна. И вам не к кому обратиться. Это правда. Каковы твои условия? Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности, оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Какие-то проблемы? Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. Мне удалось связаться с Альтканингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененная версия. Она должна нам пригодиться. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Предлагаю встретиться лично. В углях, в центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Ну, я свое отработала. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город, брат-убийца, ну и херовый вор. Поэтому она и послала прокси. Она одна. Ей страшно. Еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что?
Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок.